Причиной крушения вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в камчатском Елизово, мог стать отказ двигателей. Борт падал на глазах многочисленных очевидцев. Они утверждают, что слышали скрежет, хлопки еще в воздухе. Машина рухнула в самом центре города, в 50 метрах от спортивного комплекса, рядом с хоккейной площадкой. Детей и тренеров в тот момент там не было. Вертолет выполнял рейс на одну из турбаз. На борту находились пилоты и двое пассажиров, в том числе известный в регионе авиатор. Он погиб. В тяжелом состоянии находится командир воздушного судна.